Ну что, продолжаем проходить игру под названием Heavy Rain. Я чуть-чуть тут подкорректировал. Вебку должно быть лучше видно, а меня должно быть лучше слышно. Но это не точно. Посмотрим, что из этого получится. Но тут такое дело. Надо настраивать уже в процессе. 2 года спустя, после того, как у этого... Как зовут? Итан. Как у Итана. Что-то случилось с ребенком. А, это мы еще не... Ага. Вот второй ребенок. Привет. Джейсон, по-моему. Привет. Нет, Шон. Грустный. То есть прошло 2 года. И ничего не изменилось. Мысли. Будут какие-то мысли. Ой. Он так не любит оставаться последним в школе. То есть мы виноваты еще. А, да. Вот я опоздал. Опять. Шон ждет меня в машине. Надо возвращаться. Похоже, он не расположен со мной говорить. Но он обиделся. Надо возвращаться домой. Дождь. Какой сильный дождь. Льет не переставая уже не первую неделю. Окей. Все, все мысли заслушали. Заходим в машину. Ой, как много кнопок. Так, а что он хочет, чтобы мы сделали? Завести вот это что? Посмотреть на мальчика? Посмотрели. Пристегнуться, само собой. И поехали. R2. Так, а где мама? Писатель и директор Дэвид Кейдж. Я очень надеюсь, что пока на канале будут проходить, получается, это трилогия игр, то выйдет новая игра. От них, потому что с Тетроида сколько лет прошло? Мне кажется, скоро 10 лет будет. В 2015 году, кажется, игра вышла. Грустно. Давай что-нибудь, что пойдем? Сколько время? 4:30. А уроки? Итан тоже какой-то потерянный. Шоу. Там расписание. Давай сначала ознакомимся с расписанием. Смотрим. Итак, 16:30 перекус, 18:00 уроки. 16:30, как бы уже опаздываем. Перекус. Надо быстренько организовать. Что ты сел? Да, что ты сел? Вставай. Надо перекус. О, он уже лег. Так, надо быстренько, а то мы опаздываем. По-любому, еще жена за этот счет будет ругаться. Что ему дать? Ну, пиво это не ему. А почему вообще напитки? Почему-то он все думает, что это я ему. Да ребенком займись, господи. Там время не в нашу пользу идет. Ну, действительно. Ну, ты же попил, правда? А, даже не доступ. Ну сначала, значит, нужно поговорить с ним, я так понимаю. А перекус? Что ж, пора перекусить. Ты голодный? Сейчас кажется, чуть-чуть. Значит, посмотрим, что голодный. У нас есть на кухне. Боже мой, вот эти вот скрипты, пока не поговоришь, ничего не будет. Чего он все выплясывает на этом деле? Стой. Типа чипсы, а внизу вот это что? Батончик. Ну. А, типа, ты сам хочешь его, да, захомячить? Бери его.
Ну, как будто бы, знаешь, батончик, он более питательный будет. Чем... А точно с холодильника ничего им дать не хочешь? Питательнее, чем чипсы. Держи. Вот, Шон, перекус. Спасибо. Время. У нас еще есть время до уроков, кажется. Давай сядем. Что за странные звуки там в мультике? Так, мысли нету. И не говорят, да? Ладно. Ну, пускай смотрит. Я могу что-то еще сделать. Так. Это что? Газета. Типа, убийца-мастер оригами вернулся. Снова наносит удар, а после на седьмая жертва. По принципу работы мастера оригами. Какая-то такая реакция у него. Странная немножко. Поговорить. Шон, не хочешь поговорить? О чем бы это? Не знаю, о тебе, о друзьях. Как идут дела? Все нормально. Ясно. Поговорили. Поиграть. Не хочешь немножко поиграть со мной? Лучше телек посмотрю. Ты что, хочешь сказать, что это настолько скучно, что ли? Ты офигел? А, о-о-о! Это что? Где это болен? Потерял. Похоже, ты простыл. Посмотрим, нет ли у меня лекарства. А где смотреть? Так, ну, простыл в расписание не входит. Ну, давай искать. Это, скорее всего, ванная. В ванной, возможно, есть. Стирку поставил. Так надо было сначала этот... Какой-то мишка Саб-Зиро. Не знаю, почему. Вот эта комната, это что? Он бы хоть подсказывал, что ли. Вот я, то есть... А, туалет. Вот явно нет ничего. Это что? Ну, нам тут делать нечего. Выходим. Видимо, на втором этаже... На втором этаже лекарства. Мысли... Вон, наконец, лекарство. В ванной наверняка должно быть лекарство. Это хорошо. Где ванна? Время еще есть. Потом займемся уроками. Ну, знаешь... В эти выходные Шон остается у Грейс. Ко мне он приезжает с неохотой и всегда торопится вернуться к маме. Ага, ясно. Брак распался, значит. Вот ванна. Здесь, скорее всего, лекарство. Берем. Это что? Просто умыться. Ну, обязательно надо полечить ребенка, потому что мама скажет, вот, не лечил, что ж это такое. А. Сам выключи. Серьезно? Мы уже закончили. Он нашел, где включить свет, но он не захотел его выключить. Ну, ладно. Бывает. Так, подожди, нам не сюда. Нам нужно... О, уже время уроков. Дать ему лекарство. Вот, выпей это. Сразу полегчает. Спасибо, папа. Запить. Надо ли? По-моему, уроки... Шон, пора бы взяться за уроки. Ну, пап, я хочу еще посмотреть телек. Потом сделаю, ладно? Не-не-не-не-не. Лучше их не откладывать, зато потом будешь полностью свободен. Потом да, не захочешь. Бери свой портфель и занимайся на кухне. Давай выключим этот телевизор. Вот так выключить. Все, выключили. Как же все мрачно. Ты видел, даже вот свет, когда включаешь, ну, лучше не становится. О, свет включил. В режиме ожидания. Что мне делать дальше?
Ну, ужин. Но как будто бы сначала надо, чтобы прям позанимался. В принципе, возможно, нужно, чтобы мы ему помогли. Поэтому мы сядем, будем контролировать. Это ему поможет лучше заниматься. Ну вот, смотри, сразу втянулся, занимается. Молодец. Давай, пока он занимается, сходим, посмотрим. Не, не хочу. Я не хочу на эту улицу, там дождливо, очень даже. Вот это что? На это мы не смотрели. Скорее всего, счета какие-то должны быть. Вот это что? Персональное письмо какое-то. Родители вернулись из церкви, но детей уже не было. Они искали и звали их, рыдали и молились, но все было тщетно. Их не нашли. Пап, готово. Можно смотреть телек? Нет, у нас этот... Ужин по расписанию. А это в смысле... Это что такое? Так, ну давай проверим, да? Дай посмотрю. Неплохо. Все правильно. Свободен. Очень странное письмо. И в смысле свободен? Ты расписание не видел. По-любому сейчас уже сколько? Четенько. Мы успеваем по расписанию. Давай этот поужинаем. Или это нужно, чтобы он вернулся? Мы подошли к нему. Нажали на диалог, только тогда все будет. Тогда выйдем на улицу, пока ждем вот эти все штуки. Посмотрим, что на улице. На улице, наверное, мысли какие-то дожди. Идет дождь. Зайду-ка я в дом. Так. Можно забросить пару мечей, просто чтобы мозги проветрить. А можно? Ну давай. Пора ужинать. Надо покормить Шона. Проветрим мозги, конечно. А я, кстати, не знал, что такое. Я играл, по-моему, этого не делал. R1. R1. Кидай, сразу. О, прикольно, хоть мяч возвращается. Давай вот просто попадем сейчас. Походу. Походу мы тут надолго. Ну серьезно, ну один раз попади, пожалуйста. Давай. Все, хорош. Надо уходить победителем, надо уходить красиво. Пойдем мяч. На землю. И возвращаемся к сыну. Смотри, сразу счастливый, довольный. Заходим и стой, не ломайся. Сразу ужин нельзя, идем к сыну. А, он только сел, кстати. Ужин. Может, ты хочешь поужинать? О, да, страшно хочу есть. Ладно, посмотрим, что можно съесть. Мы опаздываем. Разогрею, жестко. Позову. Там, блин, на полчаса. Так кто это расписание составлял? Итак, чикен — это курочка и пицца, конечно, пицца. Опять-таки, надо, чтобы вот он, когда бывал у нас... Ой, вот так выйти. А, вот самое... Сейчас снят. Все самое вкусное, все самое хорошее ему. Чтобы он такой, а у папы круто, а я хочу к папе. Ого, быстро. Она ж не нагрелась за пару секунд. Хотя нет. Нагрелась. Давай, сервиза нету уже. Так что ничего страшного. Порежем. Что-то я сам захотел кушать. Пицца. И сам иди поешь. Есть, Шон. Еда готова. Я иду. Давай. Че вообще по расписанию дальше? 8 вечера спать? Серьезно? Че так рано? Подожди, стой. А можно мы тоже поедим? Серьезно? Для тебя важнее вот это? Успел. Крестик. Нолик. А я нажал крестик. Упс. Ну давай. Крестик. Нолик.
крестик. Нолик. Крестик. Нолик. Нолик. Крестик. Хорош, ну хватит. Эй, пап, ты умеешь жонглировать? Ты серьезно? Давненько я не пробовал. А ты можешь меня научить? Ладно, если хочешь, покажу. Еще 2 года назад это делали. Давай, давай сядем, посидим с ним. Ну, что-то он как-то это... неохотно ест. Хотя пицца. 8 вечера. А, время сна. Поэтому давай мы такие, типа, незначай. Пойдем выключим телек, чтобы он такой вышел и даже не думал, что телек выключить. Все, хватит. Давай, телек пускай отдыхает. Одежду, наверное, надо было посушить, конечно. Батончик кинул. Ужас. Как так можно? О, все, он поел. Смотрим, будет ли мыть посуду. Посуду мыть не будет. А мы будем мыть посуду? Мы посуду тоже мыть. Ясно? Да хорош! Да хватит! Уже третий раз нажимаешь на этот телевизор. Давай, тебе время спать. Давай, 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 давай. Школа. Как дела в школе? Учитель добрый? Да нормальный, пап. Ну хорошо. Мыслей нету, да? Идем, Шон. Пора спать. Я не устал. Можно подольше посидеть? Ну, пусть посидит. Ладно, сегодня можешь лечь попозже. Вот только маме лучше не говори, ладно? А где там спасибо, все такое? Эх. Вот хочется угодить, да, ребенку, чтобы он такой захотел с папой проводить время. Давай включим свет. Вот это я хотел тут посмотреть, а уже нельзя. Что ты делаешь? Повернись. Давай сначала посмотрим тут еще, что можно. Письмо очень странное. А можно подойти и посмотреть еще, нет? Нет, ничего нельзя. Просто с чего вдруг он получил такое письмо? То есть его ребенок дома. Все хорошо. Тут что? Ну, кстати, я думал, что там персонажи поменяют. Но, видимо, еще не время. Что по времени? Давай до 9. Мне кажется, он просто тупо уснет. А, если этот... дольше держать. Ну, здесь больше нечего делать. Серьезно? Идем, Шон. Пора спать. Я не устал. Можно подольше посидеть? Нет, ты устал, ты спишь. Ты же сам знаешь, что это неразумно. Завтра в школу. Да. Тебе надо выспаться. Ну, хорошо, ложусь. Ты пойдешь со мной? Конечно. Чисти зубы, надевай пижаму, я приду. Давай, как выключить? Все. Включаем. Почти 9 часов уже. Такая домашняя серия получилась. В Детройде, по-моему, тоже есть примерно такая же. Примерно такой же эпизод. Идем прям с ним, на перегонки, то быстрее. Мы победили. Ванна. Это, скорее всего, наша комната. Что можно? Музыку. С прошлого дома забрал, да? Это спать. Нам спать не нужно. Мыслей у него нету. Сесть. Одежда. Вот интересно, вот есть тут какие-то элементы, которые обязательно нужно посмотреть для сюжета. Вот типа ты что-то там заметил, и у тебя будет какой-то прогресс. Выходим отсюда. А, тут что?
что тут у нас? Чертежи. А это же тот самый чертеж. То есть с того момента ничего не поменялось? Нет, стой, обратно. Ему надо возвращаться в работу. Потому что работа в данном случае его может спасти. Телевизор? Не записывать звонок. Эй, хватит скакать, а то вы все время не в кадре. Это другое что. Что мне надо делать? Не знаю. А, да, Джейсон, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Умным. Я не знаю. Может, пожарником или космонавтом. Стойте. Придумал. Хочу быть охотником на динозавров. Я буду делать игры. Самая красивая мама на свете. Эй, Итан, стой! Ну не надо. Не люблю камеру. А тебе и не видно. Меня! Увидишь, как я быстро бегаю? Да, я, пап! Я видел, как ты быстро от меня бегаешь. Да. Грустненько это все. Ну, то есть, видишь даже, да, контраст. Там все такое солнечное, яркое. Плачет. Грустно. То есть, получается, он не виноват в этом. Просто произошли такие события, которые, ну, полностью поменяли его жизнь. Что я тут тебе скажу? Вставай тогда. Я не понимаю, вот это вот... Я понимаю, я, наверное, задушнил с этим действием, но я пытаюсь понять, что тут еще можно сделать. Почему тут две кнопки? Вот эта кнопка, что она делает? Пыль уберет. Ну, красиво же. Ну, неужели ты не скучаешь по вот этому своей жизни? Не знаю. Как будто бы, да, можно вернуться на работу. Он талантливый. Я уверен, что его талант никуда не пропал. Жену как-то... А. Что, все? Уже спит. Жену как-то вернуть, поговорить там, себя в порядок привести. Ага. Да, это событие. Ну, камон, ну типа... Я понимаю, что это потрясло всех, но... Да нет же, я не вот это... Да стой! Вот это. Серьезно? Вниз. Сюда. Все, закрываю. Ну, блин, ну 2 года прошло. Надо жить дальше. Жизнь продолжается. Уснул. Спокойной ночи. Мишка, проснулся? Я потерял Мишку, папа. Ты, наверное, забыл его где-то в доме. Не знаешь, где он может быть? Я знаю, не помню. Папа, я всегда с ним сплю. Ок. Хорошо, пойду посмотрю, может, он найдется. Идет? Счастливый. Ну, серьезно, вот, то есть, вот он приехал к отцу, да? Телек посмотрел, пиццу покушал, Мишку принесли ему, батончик дали. Ну, то есть... Что за вздохи? Какие-то вздохи были. Ну, то есть... Ну, что ему не так, я не понимаю. Вот что объективно его мама делает лучше нас? Не понимаю. Телек даже дали посмотреть побольше. Ну, то есть, по-моему, симулятор отца пройден идеально, на 5 с плюсом. Я не знаю, что мы не сделали, по-моему, сделали все. Может, нет. Причем мы же ему не душним, не... Вообще все идеально. Мишка? Он уже уснул. И без мыши, без Мишки этого. Открываем. Мишка вообще как бедный родственник в сторонке. Это что, это поцеловать, да? А, это держать нужно. Чмок. Все. Сына спать уложил. А... Дальше. Совсем не хочу спать. Спущусь вниз, подышу свежим воздухом. Ну, здрасте. Что-то мне не нравится эта идея.
жар бросает. А что так шумов много стало? Опа. Проблемы с памятью? На самом деле очень странный эпизод. Типа сначала письмо, потом фигурка. Это ни о чем нам не дает. Карнаби Корнер. Вот типа запомнить только нужно и все. О, наконец-то! Другой какой-то персонаж. Блин, помню, когда эта игра вышла, и когда вот такие были экранные загрузки. Это казалось настолько все детализировано. Ты каждый помнишь, все особенности кожи. Сейчас, конечно, это не смотрится так удивительно, но в то время. Приехали в мотель. Каким-то мужичком. Давай, L1. Не работает, мысли нету, заходим. Что у меня тут свет такой странный переливается. Так. О, вот. Человек за стойкой наверняка сможет помочь. Так, дальше. Пожалуй, лучше по лестнице. Сколько можно искать? Может, хоть на этот раз удастся что-то прояснить. Что-то ищет. Скорее всего, детектив. Лорен Уинтер. Знаете ее? Это едва ли. Тоже читает про оригами киллера. А, Лорен Уинтер. Третий этаж, последняя дверь по левой стороне. Третий этаж, окей. А зачем она нам? Игра ничего пока не объясняет. Загрузки. О, тут хоть загрузилось быстрее. Потому что там что-то грузило долго. Скорее всего, это сразу третий этаж. А, по левой стороне последняя дверь. А тут можно во все стучать. Давай ради прикола. А вдруг какой-то доп-контент? Не открыли. Когда стучит, еще этот вибрирует. О, кто-то смотрит в глазок. Но нас, естественно, не ждали. Не ждут. Поэтому не открывает. Так, ну, с левой стороны, соответственно, сюда постучу. В принципе. Кто-то жестко кашляет. 12 ночи. Ну, я думаю, заходить, наверное, мы уже не будем. Что у нас сейчас уже конец серии. Я отойду даже в Бугараде. Мысли нету. А, что могу сказать по второй серии? В принципе... Игра встал в позу. Игра потихонечку развивается. У нас уже дали второго персонажа. И, по-моему, там даже будет третий. Или даже четыре персонажа здесь. То есть даже еще круче, чем в Детройте. Вот. Играется очень хорошо. Можно сказать, это у нас прям ретроспектива. Как играть в Heavy Rain в 2024 году. Играется очень-очень хорошо. Игра хорошая. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал и обязательно ставим лайки.